Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную просторную квартиру под ключ в районе Махмутлар по очень хорошей цене. Итак, дорогие зрители, если вас интересует недвижимость в Алании, заранее звоните, приезжайте в Аланию. Я помогу во всех ваших делах. Вот такая же есть у нас постпродажка, оформление и тому подобное. Во всем помогаю. Веду все эти дела. Я не успеваю снимать ролики. У меня эксклюзивные варианты. Я их отдельно держу подальше от чужих глаз. На месте, как приедете, позвоните. Поедем, покажу. Так что эксклюзивные варианты я не выкладываю, чтобы вы знали. Продолжаю съемку. Смотрите дальше. Так. Дорогие зрители, вот у нас здесь кухня, совмещенная с гостиной комнатой. Бытовая техника и вся мебель новая. Год постройки 2018 год. Второй этаж. Я сюда еще вернусь. Здесь у нас большая прихожая. Вот. Такой вот коридорчик. Рядом проходит улица Ататюрка. Так. Такой вот шкафчик поставили с левой стороны. Здесь первый санузел. Проточный водонагреватель фирмы Вейта. Также есть форточка. Здесь у нас детская спальня. У этой квартиры огромнейшая терраса. Заранее покажу. Это одно начало террасы. Это все принадлежит этой квартире. Это изюминка. Вот. Так. Здесь у нас хозяйская просторная спальня. Здесь как минимум 18-16 квадратных метров. Вот. Жилой площадью. Так. Вот. Тут тоже у нас LED-освещение. Сейчас я включу. Обои на стенках. Так. Балкон. Еще одна изюминка в этой квартире. Айда, здесь две стиллеры. Есть открытый бассейн. Вот покажу отсюда. Вот это бассейн. Есть фитнес, сауна, беседка в той стороне. Это все достроить. Здесь стенку достроить, так как строят новый проект. Ох, какая красота. Видели? Как придумали. Это у нас улица Ататюрка. В той стороне у нас сеть магазинов 3N Migros. Так, откроем. Каскадным образом открывается эти стекла. Тут мокро, не хочу выходить. Вот, огромная терраса, которая продолжается также в ту сторону. Я вам уже показывал ту часть. Вот отсюда есть кусочек вида на море. По вечерам тут шума уже не будет, так что будете спать. Спокойствие. Так. Закроем. Открытая парковка у нас снаружи. Итак. Так. Угу. Мяшки-мяшки тут. Дорогие зрители. Так. Цена этой квартиры 87 500 евро. Цена была 88 500 евро. Сейчас скидку сделал хозяин. Очень хорошая цена. Расстояние отсюда до моря 470 метров максимум до воды. Рядом есть инфраструктура для жизни. Шоп, бин, сеть магазинов и тому подобное. Все есть. Так, до центра именно башни часов Махмутлара отсюда где-то километр расстояния. Я сейчас буду снимать вам инфраструктуру,
Айда тут пока что 180 лир, но я уже заранее скажу 200 лир. Не закрываем ролик, я спускаюсь вниз, показываю вам инфраструктуру. Итак, дорогие зрители, здесь у нас есть сауна. Тут хамам. Очень свет, хамам. И даже римская парная комната. Это велосипед в подарок тем, кто будет использовать эту римскую баню. Так, сауна тоже, соответственно, пока включена. Это фитнес у нас. Есть также лобби, открытый бассейн. Тут у нас два лифта, один с этой стороны и один с той стороны. Лобби, открытая парковка снаружи. Также есть генератор. Так. Вот такой вход. Ну, вот такое здание. Так что, дорогие мои зрители, подписчики, те, кто не подписался даже, они тоже для меня дорогие. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агаси, канал «Недвижимость в Турции», Paradise Alanya. Всем желаю радости, добра, здоровья, благополучия в этом году. Всем пока-пока.